Всем снова здравствуйте, с вами Дюша Воробей. Сегодня я, кстати, со скином Стива. Потому что там... Не знаю почему, просто со скином Стива. Сегодня у меня будет первая серия выживания. Есть на серию. И мы начинаем сразу же. И погнали! Тут мы видим, что у нас такой красивый мир. Так, где это у меня звуки? Самые громкие в мире. Что-то залагит. Давайте добудем дерево первое. Я уже добыл, кстати, первое дерево. Давайте скрафтим из всего доски. И самый первый верстак. Верстак. Вот и верстак. Самый верстак. И крафтим на верстаке. Сейчас я все нужное сделаю вне видео. Так, теперь... тут World Edit. Надо его... А я его не буду убирать. Пусть будет самый крутой мод в мире. А теперь все. Смотрите! Смотрите! Тут самый газетный спам! Окей, наспамили мы, теперь отправляемся в шахту. А почему в Украине каменный век называется Кам'яна доба, а не Кам'яне столетие? А, смотрите, тут такой мощный Годрис. Прям очень мощный. Если выйти на улицу... Сначала посмотрим наверх. А теперь у нас что? Давайте спускаться. А у нас солнышко ярко светит. Я, кстати, тут чуть-чуть подредактировал шейдер, что можете наблюдать совсем другие эффекты. А я пока что копаю. Сейчас я кремний себе добуду. Ура! У меня есть кремень! Кремень очень крутая штучка. Ура! У меня два кремня. Уже у меня три кремня, представляете? Четыре! Ура! Это мое достижение. Уже пять кремней, представляете? Какой-то... Огненный монстр охватил землю оранжевыми лучами. Вот так раньше думали. Уламри. Я врубил себе эффект ночного зрения, который можно делать в шейдерах. Вот смотрите. Это почти настоящее ночное зрение. Вау. А теперь... Мы быстро копаем. Самая быстрая лопата в мире. Реально очень быстрая. Смотрите, самая лучшая кирка в мире. Самая лучшая кирка всего света. О, мне повезло, тут оверлав есть. Можно... О, она такая крутая. Ну-ка, а что это за существо? А я вас по голове лопатой буду лопасить. Голод! Я не хочу быть голодным. Я ухожу от вас. Все, вы мне больше не нужны. Вы на меня не достанете. Все. А я вас буду по голове лопасить. Все. Бабахнул его. Ты что, тебя ударить не могу, что ли? Эй! Ну что, я вырежу всю оставшуюся ночь. И придется вот так. Я
буду спать на дереве. Прям как Маугли. Или пантера. Буду на дереве спать. Сейчас ночное зрение потихоньку начинает проходить. Смотрите. Ааа, какая старость свет. Уже чуть-чуть отвык от темноты. Ну все, полностью привык к свету. А они тут ко мне все прилипают. Тут криперы вообще существуют на этой арене. ПВП. ЕВЕ. Я ничего не выполнял. Я же не убивал, только мутил моба, который сгорает. Крипер взорвался! Вы даете! Та-та-та-та-та-та! Здравствуйте! Не повезло. Хорошо, что кремни не пропали. А то было бы стыдно. Или обидно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А вот его нету голода. А вы думаете, когда мы прикольнутся или как? Милая плоть меня не заставила голодать. Я сел в ванильном Майнкрафте. А, здесь команда. There more player models. Ну что же, пора бы скупнуться. 3, 2, 1. Та-да! Ой. А что это не вода? Сейчас что-то будет. Смотрите! Вау. Ого, вот это я пещеру нашел. Что это творится? Так что давайте добывать углы. Без пустяков. А, спасите, помогите, крипер на меня бежит. Ты не идешь на меня? Он заметил. А что если я его ударил? Крипер убился. Дальше вы не видели, но там был какой-то годрис. Потому что я не прогрузил. О, плыви, плыви скорее! По воде! Вау, еще так далеко идти. Я сейчас выберу блоки. Теперь поднимаемся. Жалкий дом. Дом из песка. Представляете? Прикиньте, меня засыпало. А теперь мы будем вечно подниматься. У-ху! Давайте я все-таки досниму. А еще у меня вопрос, как достроиться до воды. А давайте я просто лопатой спущусь. Вот так. Ту-ту-ту. Тыкаем всякие блоки. Ого, красивый, конечно, вид. И красивейшая тень. Вот это, конечно, полная красотища. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. А если вы хотите узнавать о выходе новых роликов, тогда подписывайтесь на канал. Всем пока!